Прямо услышал? Обманите, подойди к своей маме, пожалуйста, и скажи, что я записываю. Мама из меня не узнала, у нее наверное, нервы. Перезвать бы расшалились. Замечательная у нас пара. Отлично. Мне вот тут подсказывают, что там еще... А, у нас еще одна машина, еще одна машина у нас, ребята, есть. Это была, я так думаю, шуточная пара. Вы смотрите, больше не шутите, у нас есть долгая свадьба. Это, дамы и господа, ваши аплодисменты, настоящие молодцы. Zuerst hat jemand einen anderen empfangen, aber wir bitten um Verzeihung, also dass wir euch nicht erkannt haben. Also, eure Eltern stehen ganz da hinten und die machen jetzt diesen Brot- und Salzbrauch mit euch. Итак, дамы и господа, первый на сегодняшний день прием Анны и Димы начинается. Ваши бурные и смолкающие аплодисменты нашей замечательной аудитории. Добро пожаловать на вашей свадьбе. Ну а теперь мы посмотрим, кто же из вас будет руководить дома, а кто будет считать финансы. Осталось нам татуировать, так сказать, на хлебе. Вы можете ломать, если вы захотите, вы можете кусать, как вам лучше. То есть вы... Хорошо, итак, ломайте одновременно хлеб. У кого будет больше кусок, тот будет голова в доме. У кого будет меньше кусок, значит, тот экономнее, тот будет считать финансы. Also, liebe Gäste, der erste Brot und Salz braucht. Wir gucken jetzt, wer das Haupt der Familie sein wird und wer die Finanzen abschickt. Also, der größte Teil von dem Brot, der größte Teil abgebissen. Also, wer den größten Teil hat, der wird der Haupt der Familie sein. Und wer den kleinsten Teil, der wird dann die Finanzen schicken. Also ich kann meinen Strauß halten. Anna? Ich kann dann kurz deinen Strauß halten. Also liebe Gäste, ihr zählt alle von 3 auf 1 runter und dann... Zusammen? Zusammen, auf jeden Fall, ja. Also von 3 auf 1. 3, 2, 1. Поднимаем кусочки вверх. Дима, расправляет кусочек. Отлично. Давайте поднимите вверх, чтобы все видели. Я так думаю, что мы все разделили неравноправие в семье, почти одинаковые куски. Отлично. Ну а теперь кто из родителей скажет первое слово? Давайте. Also das letzte Mal könnt ihr einander ein bisschen Salz draufschreiben. Ein bisschen, ja, ganz bisschen. И потом можете шампанским, естественно, запить. Аплодисменты нашим молодым. Ну а сейчас, дамы и господа, у вас будет возможность внутри
замечательном зале, где все очень шикарно накрыто, все очень шикарно декорировано. Есть подарочный стол. Наши молодые сейчас пройдут к этому столу, и у вас будет возможность, дорогие гости, вручить подарки, сказать свои пожелания. Ну и потом за ним уже, естественно, занять свои места. Итак, давайте проводим наших молодых вовнутрь громкими аплодисментами. И потом уже смелыми. Замечательно поздравляем молодых.